4 февраля исполнилось 95 лет со дня рождения известного карельского архитектора Эмилии Тинтюковой. Она приехала в Петрозаводск сразу же после института в 1947 году и устроилась в Карелпроект, где проработала около 40 лет. За это время она успела внести немалый вклад в архитектурную летопись Петрозаводска. Спроектировала более 50 жилых и общественных зданий. Самые известные из них – дом номер 10 на улице Свердлова, здание первой поликлиники, дом номер 6 на улице Дзержинского, здание главного управления МЧС там же, здание республиканской прокуратуры на улице Титова и много что еще. По ее проекту был реконструирован дом офицеров и целый комплекс зданий военного ведомства на улицах Гоголя и Анохина. Короче, когда будете гулять по городу и увидите все эти объекты, вспомните, что они появились здесь благодаря Эмилии Тинтюковой, замечательному карельскому архитектору, градостроителю и педагогу.